Минздрав и Минцифры разрабатывают порядок электронной записи на вакцинацию от COVID-19. Оставить заявку и выбрать желаемую вакцину в будущем можно будет на портале госуслуг. Детали обсудили на онлайн-совещании министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Бабенко и руководитель Минздрава. Сейчас в регистратурах огромная нагрузка. Желающих записаться очень много и дозвониться действительно трудно. У нас есть такие обращения. Если появится еще одна форма записи, это значительно облегчит и ускорит процесс иммунизации населения, отметила Кристина Албул. Рассматривается вопрос географии услуги. Будет ли она распространяться на всю республику или только на Тирасполе-Бендеры в качестве пилотного проекта? Еще один нюанс. Готовность кадров и системного оборудования для его практической реализации – работа над проектом продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава.